Бог сказал мне: «Я позавчера перевел тебя в другую судьбу, где нет болезней». Бог сказал: «Я наделил тебя творящими мыслями, которые обладают гигантской, все побеждающей материализующей силой, и потому все твои мысли о себе будут немедленно превращаться в истину. Я позавчера из тебя, больного человека, создал человека нового, божественно здорового, молодого, юного, наполненного гигантской энергией, здоровьем и силой. Бог сказал мне: ты и есть этот самый новый, молодой, божественно здоровый, идеально здоровый человек, наполненный огромной энергией, здоровьем и силой. Бог сказал мне: я позавчера в миллионы раз усилил все защитные силы души и физического тела. В миллионы раз усилил все защитные механизмы твоей души и твоего физического тела. Бог сказал мне: я позавчера в миллионы раз усилил биополе твоего физического тела. А в миллионы раз усиленное биополе физического тела с гигантской божественной энергией уничтожает все раковые клетки, все раковые опухоли, все новообразования в твоем физическом теле. Бог сказал мне: тебе теперь надо думать о себе как о человеке молодом, юном, божественно здоровом, нетронутом жизнью. Бог сказал мне: тебе теперь надо изо всех сил стараться как можно более ярко видеть себя в будущем времени и через 10 лет и дальше, и через 30 лет и дальше человеком молодым и юным, энергичным, божественно здоровым, нетронутым жизнью. Бог сказал мне: ты теперь можешь своими творящими мыслями уничтожать с гигантской божественной энергией, превращать в ничто, в абсолютную пустоту все раковые клетки, все раковые опухоли. Ты теперь можешь постоянно возрождать Богом созданное молодое, юное, божественно здоровое 16-летнее физическое тело. Бог сказал мне: тебе надо до конца понять, до конца осмыслить, что физическое тело лишь отражает душу. Состояние физического тела лишь отражает состояние души. Поэтому для тебя всегда будет одна и та же главная задача — всесторонне развивать, совершенствовать
усиливать духовно и физически свою душу, вливать в себя из тонкого мира, из космоса вечно новую, светлую, божественную радость жизни. Я выполняю волю Бога. Я из тонкого мира, из космоса вливаю в свою душу, в свое физическое тело, Богом созданную, вновь родившуюся, веселую, счастливую, гигантски энергичную и юную радостную жизнь. Я из тонкого мира, из космоса, постоянным круглосуточным, круглогодичным потоком вливаю в свою душу, в свое физическое тело гигантскую, божественную, молодую силу жизни. Я из тонкого мира, из космоса вливаю в свою душу, в свое физическое тело гигантскую, неиссякаемую энергию жизни. Наперекор Богу в моем молодом, здоровом физическом теле появились раковые клетки. Все, что возникло наперекор Богу, не имеет права на существование. Я выполняю волю Бога. Я во всем физическом теле, все раковые клетки, где бы они ни находились, уничтожаю с гигантской божественной энергией, с гигантской божественной силой. Я все раковые клетки уничтожаю, превращаю в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я все раковые клетки в физическом теле, где бы они ни находились, молотком на наковальне разбиваю. Все раковые клетки в физическом теле, где бы они ни находились, я молотком на наковальне разбиваю, превращаю раковые клетки в ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас все кровеносные сосуды, которые снабжали питанием раковые клетки, крепко-накрепко перевязываю. Я прекращаю доступ питания к раковым клеткам. Я сейчас полностью, тотально лишил раковые клетки всех источников питания, всех источников существования. Я сейчас все раковые клетки, все раковые опухоли в физическом теле тотально обескровил, лишил всякой возможности размножаться. Раковые клетки, лишенные всех источников жизни, отмирают. Они лишены возможности размножаться. Они тотально обескровлены, лишены, полностью тотально лишены питания. Лишенные всех источников жизни, все раковые клетки, все раковые опухоли отмирают, тают, тают, уменьшаются, навсегда бесследно исчезают из моего физического тела.
А я сейчас все раковые клетки в физическом теле, где бы они ни находились, молотком на наковальне разбиваю, 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 превращаю раковые клетки в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас все физическое тело тотально оздоравливаю, с гигантской божественной энергией уничтожаю во всем физическом теле все вирусы, все болезнетворные микробы. Я все защитные силы, все защитные механизмы души и тела мобилизую на полное тотальное уничтожение всех раковых клеток, всех раковых опухолей в физическом теле, где бы они ни находились. Я сейчас гигантской божественной энергией уничтожаю все раковые клетки, все раковые опухоли внутри головного мозга, во всех структурах головы. Я сейчас все раковые клетки внутри головного мозга молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки во всей голове молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки, которые были в голове, разбил молотком на наковальне, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас из тонкого мира, из космоса, во все миллиарды нервных клеток головного мозга постоянным потоком вливаю гигантскую божественную молодую силу жизни. Я сейчас божественно возрождаю молодую, юную, гигантски энергичную, быструю работу головного мозга. Я сейчас из тонкого мира, из космоса, во все миллиарды нервных клеток головного мозга вливаю гигантскую, божественную, молодую силу жизни, вливаю гигантскую, неиссякаемую энергию юности. Во все механизмы способностей в душе, в голове я из тонкого мира, из космоса вливаю гигантский, божественный, новорожденный заряд всех энергий развития Вселенной. Все способности с гигантской скоростью развиваются. Я становлюсь все более быстро обучаемым человеком. Ускоряется мышление, усиливается память, все более устойчивым становится внимание. Я становлюсь человеком, способным к огромным волевым усилиям. Я все смею, все могу и ничего не боюсь. Среди всех житейских ураганов и бурь я непоколебимо стою, как скала, сокрушающая все противодействующие силы. Я в жизни крепкий, стальной, титанический стал. Стойкий человек. Я сейчас гигантской божественной энергией уничтожаю все раковые клетки в области горла, в
все раковые клетки в области горла я сейчас молотком на наковальне разбиваю. Я все раковые клетки в области горла превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, в голове, в области горла нет ни одной раковой клетки, все они уничтожены, превращены в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас с гигантской божественной энергией все раковые клетки в лимфатических узлах, в подмышечных впадинах уничтожаю, разбиваю их молотком на наковальне. Я сейчас все раковые клетки в лимфатических узлах, в подмышечных впадинах молотком на наковальне разбил, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину, что в моей голове, в области горла нет ни одной раковой клетки. Моя голова, молодая, юная, божественно здоровая, вся область горла божественно здоровая, нетронутая жизнью. Я сейчас гигантской божественной энергией все раковые клетки в груди уничтожаю. Все раковые клетки в груди я сейчас молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки, все раковые опухоли в груди, во всей легочной ткани уничтожаю, молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки во всей грудной клетке насквозь на наковальне молотком разбиваю, превращаю в абсолютное ничто, превращаю в абсолютную пустоту. Я сейчас во всей груди, во всей легочной ткани, во всей системе дыхания все раковые клетки, все раковые опухоли уничтожаю, молотком на наковальне разбиваю, превращаю все раковые клетки, все раковые опухоли в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, во всей груди насквозь все раковые клетки уничтожены, превращены в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас гигантской божественной энергией все раковые клетки, все раковые опухоли в печени уничтожаю. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину, все раковые клетки, все раковые опухоли в печени полностью, тотально уничтожены, превращены в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас гигантской божественной энергией все раковые клетки, все раковые опухоли в селезенке уничтожаю, молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки, все раковые опухоли в селезенке молотком на наковальне разбиваю.
все раковые клетки, все раковые опухоли в селезенке я сейчас тотально уничтожил, превратил в абсолютное ничто, превратил в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину, селезенка молодая, энергичная, тронутая жизнью. Я сейчас все раковые клетки, все раковые опухоли в кишечнике с гигантской божественной энергией уничтожаю. Я все раковые клетки, все раковые опухоли в кишечнике сейчас молотком на наковальне разбиваю. Я все раковые клетки, все раковые опухоли в кишечнике полностью, тотально уничтожил, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я выполняю волю Бога. Я из тонкого мира, из космоса, во все внутренние органы грудной клетки, брюшной полости вливаю гигантскую божественную молодую силу жизни. Я полностью тотально возрождаю новорожденно молодое, юное, божественно здоровое, Богом созданное строение всех внутренних органов грудной клетки, брюшной полости. Я сейчас во всей обширной области таза, во всех внутренних органах области таза, все раковые клетки, все раковые опухоли уничтожаю с гигантской божественной энергией. Я сейчас все раковые клетки в области таза молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки во всех внутренних органах в области таза полностью, тотально уничтожил, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас все раковые клетки, все раковые опухоли в ногах с гигантской божественной энергией уничтожаю, молотком на наковальне разбиваю. Я все раковые клетки, все раковые опухоли в ногах полностью, тотально уничтожил, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас все раковые клетки в костях грудной клетки с гигантской божественной энергией уничтожаю. Я сейчас все раковые клетки в костях грудной клетки молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки в костях грудной клетки полностью, тотально, все до одной уничтожил, разбил молотком на наковальне, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я сейчас все раковые клетки в позвоночнике с гигантской божественной энергией уничтожаю, молотком на наковальне разбиваю. Я сейчас все раковые клетки в позвоночнике уничтожил, все до одной полностью, тотально уничтожил, разбил молотком на наковальне. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину, все раковые клетки в позвоночнике
уничтожены, превращены в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину, весь позвоночник божественно здоровый, идеально здоровый, молодой, нетронутый жизнью. Я сейчас все раковые клетки в костях таза с гигантской божественной энергией уничтожаю. Я сейчас все раковые клетки, все раковые опухоли в костях таза с гигантской божественной энергией полностью тотально уничтожаю, молотком на наковальне разбиваю. Я все раковые клетки, все раковые опухоли в костях таза полностью тотально уничтожил, молотком на наковальне разбил, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину. Все кости таза божественно здоровые, Богом созданного здорового строения, нетронутые жизнью. Я выполняю волю Бога. Я с гигантской божественной энергией возрождаю Богом созданное, молодое, 16-летнее, божественно здоровое строение всего физического тела, всех его структур, всех внутренних органов. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину, все мое физическое тело божественно здоровое, Богом созданного, идеально здорового 16-летнего строения. Я выполняю волю Бога. Я из тонкого мира, из космоса, во все физическое тело, во все его структуры, во все внутренние органы, постоянным круглосуточным потоком вливаю вновь родившуюся, Богом созданную, гигантски энергичную, юную, радостную жизнь. Я выполняю волю Бога. Я из тонкого мира, из космоса, постоянным круглосуточным потоком вливаю в свою душу гигантскую, божественную, молодую силу жизни. Я всю душу наполняю гигантским, божественным, новорожденным зарядом всех энергий развития Вселенной. Моя душа непрерывно всесторонне развивается, всесторонне совершенствуется. Моя душа новорожденно молодая, юная, божественно здоровая. Моя душа непрерывно всесторонне развивается, совершенствуется. Моя душа непрерывно, постоянно усиливается духовно и физически. Все мои способности с гигантской скоростью божественно всесторонне развиваются, совершенствуются. Я становлюсь человеком все более высокоразвитым, все более способным, все более талантливым, все более быстро обучаемым. Я сейчас во всех мышцах рук, ног, туловища, все раковые клетки, все раковые опухоли уничтожаю,
молотком на наковальне разбиваю. Я все раковые клетки во всей мускулатуре, в руках, ногах, туловище полностью тотально уничтожил, разбил молотком на наковальне, превратил в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с твердостью стали знаю, как конечную божественную истину. В мышцах нет нигде ни одной раковой клетки. В костях нет нигде ни одной раковой клетки. Я с твердостью стали знаю конечную божественную истину. Во всем опорно-двигательном аппарате нет нигде ни одной раковой клетки. Весь опорно-двигательный аппарат новорожденно-молодой, 16-летний, божественно исправный, божественно здоровый, нетронутый жизнью. Бог повторил: я позавчера из тебя больного создал человека нового, 16-летнего, божественно здорового, нетронутого жизнью. Я создал твою душу новую, юную, 16-летнюю, божественно здоровую, титанически сильную духовно и физически. Я наполнил и душу, и тело вечно новой, светлой, божественной радостью жизни. Я позавчера создал тебя, человека нового, 16-летнего, божественно здорового, гигантски энергичного, веселого, счастливого, нетронутого жизнью. Бог напомнил мне: ты должен ярко видеть себя в будущем времени и через 10 лет и дальше, и через 30 лет и дальше, и через 50 лет и дальше молодым, веселым, счастливым, божественно здоровым, нетронутым жизнью. Я выполняю волю Бога. Я изо всех сил стараюсь с яркостью молнии ощущать, чувствовать, знать, видеть себя человеком молодым, здоровым. Я изо всех сил стараюсь с яркостью молнии видеть себя в будущем времени и через 10 лет и дальше, и через 30 лет и дальше, и через 50 лет и дальше человеком молодым, веселым, счастливым, идеально здоровым, нетронутым жизнью. Я выполняю волю Бога, я из тонкого мира, из космоса вливаю в свою душу, в свое тело превеликую божественную молодую силу жизни. Я постоянным потоком вливаю в свою душу, в свое тело вечно новую, светлую, божественную радость жизни. Веселый огонек все ярче светится в моих глазах. Вся душа поет от счастья, от радости жизни на чудесном Божьем белом свете. Я с каждым днем живу веселей, веселей, энергичней.
Я с каждым днем здоровею, крепну. Постоянно, непрерывно улучшается мое здоровье. Я наполняюсь все новой энергией жизни. Я живу веселей, веселей, жизнерадостней. Вся душа поет от счастья, от радости жизни. Веселый огонек все ярче светится в моих глазах. Веселый и радостный румянец во все щеки разгорается все ярче, все ярче. Я с твердостью стали знаю, как божественную истину от самого Бога, что я человек молодой, идеально здоровый. Все раковые клетки во всем физическом теле, все раковые опухоли во всем физическом теле полностью, тотально уничтожены. Все физическое тело божественно, Богом заново создано. Молодым, 16-летним, божественно исправным, божественно здоровым, нетронутым жизнью. Я с твердостью стали знаю, как конечную божественную истину от самого Бога, что во всем моем физическом теле нет нигде ни одной раковой клетки, ни одной раковой опухоли. Все раковые клетки, все раковые опухоли полностью, тотально уничтожены, превращены в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Все мое физическое тело, 16-летнее, божественно здоровое, наполнено гигантской, неиссякаемой энергией юности. Я выполняю волю Бога, я с яркостью молнии ощущаю, чувствую себя, знаю себя, вижу себя человеком божественно здоровым, 16-летним, наполненным гигантской неиссякаемой энергией юности, здоровьем и силой. Я выполняю волю Бога. Я изо всех сил стараюсь с яркостью молнии видеть себя в будущем времени и через 10 лет и дальше, и через 30 лет и дальше, и через 50 лет и дальше человеком молодым, божественно здоровым, энергичным, веселым, радостным, счастливым, нетронутым жизнью. В моей душе победная радость жизни бьет ключом. Вся душа моя наполнена победной, торжествующей радостью жизни. Вся душа, все тело, все наполнено вечно новой, светлой, божественной радостью жизни. Я с яркостью молнии ощущаю, чувствую, я с твердостью стали знаю, что все раковые клетки, все раковые опухоли во всем моем физическом теле полностью, тотально уничтожены, превращены в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Я с яркостью молнии ощущаю, чувствую себя, с твердостью стали знаю себя человеком божественно здоровым, идеально здоровым, наполненным гигантской, неиссякаемой энергией юности,
с яркостью молнии ощущаю, чувствую себя человеком веселым, счастливым. Веселый огонек все ярче светится в моих глазах. Вся душа поет от счастья, от радости жизни на чудесном Божьем белом свете. Веселый и радостный румянец во все щеки разгорается все ярче, все ярче. Большой имеющийся опыт говорит о том, что для уничтожения всех раковых клеток, всех раковых опухолей необходимо исцеляющий настрой переписывать на бумагу. В таком случае получается стопроцентное усвоение настроя. Чтобы полностью излечиться от онкологических заболеваний, необходимо этот настрой переписать на бумагу 150 раз. Переписывать надо целыми предложениями. Прослушать предложение, остановить аппарат и затем записать очень аккуратно, тщательно выписывая все буквы, все окончания слов. Переписывать отдельными словами совершенно бесполезно. Усваивать настрой выгодно утром. В таком случае он будет оздоравливать целый день.